Привет всем подписчикам моего канала, с вами Карандашик. Сегодня я играю, короче, на центре Майн. И тут я решил сделать молекулярочку. Как же сделать молекулярочку? Сейчас я вам покажу. Это очень быстрый урочек. Я уже все скрафтил, все нашел, все вот как что делать. Немножко даже перекрафтил. Так, давайте же приступим. Сначала мы сделаем трансформатор. Опа-на. Надо взять просто поближе, поближе, поближе. Сделать этот верстачок. Не предусмотрел. Ладно, сломаем его. Сломаем верстак. Ничего страшного не случится, то, что мы его сломаем. Поставим его рядом с нашим. Первое, что мы делаем, это крафтим такую вот хренатовину. Трансформатор. Так. Потом, когда мы сделаем трансформатор, мы делаем батарею. Нам нужно 10 бронзовых оболочек. Ставим вот так. Вот так. Вот так. И отсюда мы по одной берем вот сюда. Все. Вот так. Потом мы делаем серную пыль. Серная пыль делается в экстракторе при передрабливании. Проблема. Так, молекулярочка. Так. Эта хрень делается у нас. Батарея. А, все, 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 все. Забыл. Провода я где-то здесь слаживал. Ох, проводочки, забыл проводочки. Вот надо же. Так, проводочки, вы где? Здесь нет. Вот, у нас есть 7 проводочков, и все, что ли? Так мало проводочков. Блин. Тут. И последний у нас вариант. Здесь должны быть проводочки. Везде золотые провода. Мне нужны простые провода, медные. Что все из золота? Золотые не покатят? Так, ладно. Временно быстренько сделаем. Хотя где-то только что недавно делал. Так, быстренько проводочки делаются, пускай пока что. Мы пока сделаем батареи. Две штучки. Так, все. Раз-два. И просто так раз. Сюда серную пыль, сюда этот. У нас есть две батареи. Что мы делаем с этих двух батарей? Дальше, вот как раз молекулярка. Что мы дальше делаем? Трансформатор. Вот этот трансформатор нам нужно сделать. Нам нужно сделать сначала трансформатор такой. То есть нам нужны золотые провода. Вот эта вот батарейка, то что мы сделали. Простой трансформатор, который мы тоже сделали. И электросхемки. Вот у нас все это есть. Я все потихонечку приготовил, но почему-то забыл провода медные сделать. Хотя я их сделал, кажется, но просто использовал в другое место. Так, опять батарею, эту штуку. Все. Теперь мы ставим эти хрени вот сюда. Забираем все вот это вот. Это мне в кит делюксе выдается, поэтому лучше сейчас посмотрю, покажу вам, как она делается. Делается она из лазуритовой пыли, передрабливаете ее в дробители, потом делаете энергетический кристалл, и он делается так. В общем, разберетесь, люди, да, наверное, со временем. Так, дальше что мы делаем? Ставим сюда. Не вижу ничего из этой надписи. Почему я один этот поставил? Почему у меня один улучшенный? Подождите, сейчас. Где? Вот они. Улучшенные схемы. Забыл одну схемку. Печаль, беда. Так, и наконец-то я себе сделаю молекулярочку. Хе-хе, ура! Так. Иди сюда. Сюда. И берем синий кристалл последний. Рецепт где? Так, стоп. Что-то я не то сделал, да? Не понял. А, мне нужно сделать желтый. Желтый делался, все. Все-таки так, все. Желтый. Две желтые мы ставим вот сюда. Это мне вот сюда вот надо ставить. Дальше мы делаем улучшенные корпусы механизм. Улучшенный корпус. Так. Мне еще три штучки надо, поэтому делаем всего мы три. Так, это сюда. Композит нужен, углепластик и пластины из закаленного железа. Пластины из закаленного железа делаются вот в доменной печи. Ставите железо, капсулу сжатого воздуха. Воздух сжатый делается в
компрессоре. Сейчас заодно поставлю капсулу себе в компрессор. Так, компрессор находится вот. И начинается вот так она просто рецепты. Делается, делается, делается. И у нас происходит сжатый воздух. Дальше. У нас есть улучшенные эти. Теперь мы их ложим сюда. Вот так это ложится вот сюда. Дальше мы делаем, получается, что нам еще осталось? Нам осталось сделать вот такую вот хреновину. Чтобы ее сделать, нам нужно вот такие хреновины. Вот таких вот много хреновин. Как они делаются? Так, нажмем на. Делается она из угольной пыли 4 штуки. И 4 оловянной пыли. Делается 1 штука. Нам их нужно 4. Но я переборщил. Сделал немножко больше. Думаю, ничего страшного. Так, выставляем их вот таким рецептом. Ставим так, так, вот так и так. Получается у нас одна такая большая. Ставим еще один таким же рецептиком. Так, вот так. Так, 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 так и вот так. Все. Ставим и теперь делаем стекло. Нам нужно стекло. Стекло нужно укрепленное стекло. Урановые слитки и одна святая... Священная... Блин, какая это? Святопыль. Священная пыль. Так, берем слиток урана, вот он просто в компрессоре делаем. Слиток урана вокруг облаживаем светопылью. Теперь делаем мы так, потом мы делаем так. Ставим так, так, так и вот так. Все, получается у нас 6 таких окошечек. Мы их делаем сюда, вот сюда. Эту ставим сюда, сюда. У нас получается ядро молекулярного преобразователя. Берем ядро это, берем весь наш крафт. Забираем. И крафтим молекулярочку. Так. Мы ставим вот сюда. Это мы ставим так. И ядро. Все. У нас сделана молекулярочка. Для чего нужна молекулярка? Это очень хорошая хрень. Потом я сделаю еще алмазные провода и подведу к ней алмазные провода. Потому что это очень нужная вещь вообще на сервере или кому-то еще. Что же с нее можно делать? Вот много рецептов, сейчас покажу. Из головы сушителя вы делаете звезду, то есть не надо 3 черепа. И это занимает 250 миллионов энергии. Из железа делается иридий. Дальше. Из адского камня делается 2 пороха. Из песка гравий. Из земли делается глина. Из деревянного угля, из древесного угля делается простой уголь. Вот санариум делается, то есть теперь я могу делать адванки. Сейчас. Сейчас. Солнечный. То есть, вот, я могу делать адванки. Вот санариум здесь нужен. Угу. Вот санариум. Вы ставите все санариум, делаете адванки. Потом из этих адванок вы делаете гибридки. Ставите одну адванку, улучшенные эти. Обогащенный. Вот так получается. Так, 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 так все это делается. Потом вы делаете уже из улучшенной солнечной панели. Вы делаете. Можно сразу с адванки делать ультиматку. Круто. Вот с адванки блок лазурита. Обогащенная получается много-много-много сценариума. Но это не беда. Все, теперь я буду делать ультиматки. Хе-хе-хе. Ждите следующих видео, будет про ультиматку, как делать ультиматочки. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что я очень долго к нему готовился. И видите, не сильно, очень хорошо подготовился. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем пока.